Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. Today's story was spontaneously. I was back home from another city and stopped at the village store to buy some water. So I asked the seller maybe if someone need help in this village. The saleswoman said that unusual family lives in their village and they live beyond the poverty line and they really need help. So I went to them to talk and find out what they need. And before this video we start, please guys, subscribe to our channel, subscribe to my Instagram. There is a lot of things from my Russian life, a lot of photo, a lot of video. And of course, if you like what we do, you can support our channel. Здравствуйте! Не подскажете, а Оксана дома? Оксана. Ну вот у нее инвалид ребенок по зрению еще. Оксана. Ну, вообще-таки не инвалид, а слабовидящий. Слабовидящий. Ну. Мне сказали про вашу семью. Вот, ну. И я просто хотел помочь чем-нибудь привезти. Там, может быть, компьютер к школе ребенка. Там, может, какую одежду. Ну, в принципе, ее дома нету, я ее муж, а она дома вечером будет. Да, вот мне сказали, и у вас еще сахарный диабет, насколько я понимаю. Тоже тяжело справляетесь, наверное. Ну, честно говоря, да. Меня Сергей зовут. Очень приятно. Я бы, блин, с удовольствием был бы рад, если бы у меня лучше работу нашли какую-то. Да я бы с удовольствием, но мы не отсюда. Может быть, а скажите, а ну как-то может по может какую-то разовую работу, ну такие вот надомные, может, что-то такое, а вы может быть. Какой специалист, будет? Какой сфере? Ой, я, в принципе, хорошо обучаемый, так скажем. Так что, если на дому что-то такое, там, ну, только желательно, так как у нас компьютера, кстати, нету, блин, желательно. И на компьютере сейчас, ну, скажем так, покажите, как вы живете-то хоть. Да, ради бога. Ну, у вас хозяйство. Это я заплатил, сама заплатил. Ну, и правильно. Вот огород. Ага. То есть вы своим хозяйством живете, как в основном? Если еще руками я ничего делать не буду, так ну вообще бы тогда бы это как бы ноги протянуть. Ну понятно. Мотоблок, к сожалению, не рабочий. А, вижу. Ага. Вот у нас вот где-то вот вон кусты, вон там, тут наша территория-то я захватил. А, вижу, как бы это. Вижу. Ага. Здесь огород, часть, здесь кусок огорода. Угу. Это я все руками сам разрабатывал. Здесь пустырь когда-то был, блин. Это у нас по деревесам надо разрывать. Ну, как бы вот так вот, с таким условием. Деревенский дом. Это у нас дом. После пожара, короче говоря, вот я. Угу. А, в 15-м году пожар был, вот я до сих пор, короче говоря, вот все хуже, все ниже. Чувствую, ага. Что слабею, блин. И, короче говоря, вот так вот. Понял. Так, а дочка у вас когда? Она будет, короче говоря, мы планируем, то есть как раз на компьютере сидел. Ага. Вот, мы планируем, она у нас в интернате учится, да. В Мещовске. Вот, планируем, что она в пятницу приедет во второй половине, даже так, ага. Ближе вот ко второй половине дня. Мы тогда в пятницу подъедем с Димкой, это там мой оператор сидит. Мне вот обидно, вот у нее последний год обучения, блин, я вот. Сосед вот как-то приехал вот с Москвы, да. Тут в коттедже, блин, это. Ну, вот расстояние буквально, может, 30 метров, наверное. Говорит, помоги котел, говорит, котел купил себе, говорит, домой поставить. Вот. И задыхаюсь, я не могу, я просто. Он еще совсем, я говорю, ага, совсем, блин. Ну, конечно. После ковида многие пострадали, и молодые. Тем еще диабет, оно как-то шлифует. Очень. А диабет это очень опасно, с ковидом было это вообще. Ну, ничего, весело живу я. У меня датчики, я покажу. Да, конечно. А, это датчик у вас, да? Такой? Это у меня сахар проверяет. 25. Ого, это же высокий. Это супер высокий. С таким в кому и это. Это у вас сейчас такой? 31. А, это показатели были? Показатели. Да? Это вот это 4,3. Это хороший вроде. Это вот это, да, это ниже нормы. Да. А у вас инсулин-то есть? 32 вот. Все, а сейчас бабах и падать начнет. О. О, это вообще. Это уже высокий, это уже зашкаливает так, что, короче говоря. Ага. Ну, короче говоря, ну, смерть показывает. Да, вот это для меня, это, конечно, важнее. Я понял. Для нее как раз выпускной. Ага. Вот. А в каком она классе?
она в десятке. В десятке. Ага. Я просто ее хотел это самое, ну хотя бы упаковать, чтобы она на выпускном была как действительно нормальная. Ну это здорово. Знаете, вот. Это хорошая мечта. Вот. Поэтому я сейчас вот пытаюсь как-то выкрутиться вот из положения. Вот. И на биржу стать там. Конечно. Это самое, там, и когда... А у нее, вот вы говорите, со зрением проблема. Mm-hmm. То есть она будет компьютером пользоваться, сможет? Она, да? Сможет компьютером пользоваться. Она, понимаете, у нее как? У нее зрение, ну, называется прогрессирует. То есть она может и скакануть. И улучшится, и да, 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 да. Все да. Понял. Вот такой вариант. Просто тупо такой вариант. Ага. Вот. Сейчас у нее вроде бы как улучшение. Сейчас. Да. Может, с возрастом это все и пройдет. Фиг его знает. Ну, дай бог, конечно. Вот. Она ину раз, она без очков. Она сидит вот такие, я... Ну, у меня диабет, он глаза выедает. Да. Сварщиком я, кстати, это самое варю. Ага. Вот, ну, сейчас варю так, я могу варить нормально, а тут у меня хлоп сразу же уплыло, я уж не вижу. Нас встречает вот этот маленький Бобик. Сам напуган, но не отступает. Здравствуйте. Привет. Я Сергей. Можно мы пройдем? Да. Спасибо. Приветствую вас. Как тебя зовут? Ангелина. Ангелина? Очень приятно. Расскажешь нам, как ты тут живешь? Ух ты, прикольно. Что это за игрушка такая, Ангелина? Это дракон. Дракон? Скажи, пожалуйста, это твоя комната? Ну, это зал. Зал? Да. А спишь ты где? Вот тут. Вот тут, да? Угу. Ага. А здесь кровать чья? Папина. Папина? А мама где спит? Спальня. А здесь тоже, да? Угу. А в какой ты школе учишься, расскажи. Мещерский школе-интернат для слабовидящих. Для слабовидящих? Угу. А что у тебя со зрением, расскажи, пожалуйста. Ну, у меня вдалеке всегда плывет все, походит. А вблизи ты хорошо видишь, да? Да. А зрение как-то улучшается или ухудшается? Улучшается. Улучшается? Угу. Ну, у них там это специально проводят лечебную там гимнастику, там таблетки им специально дают, в общем, как бы занимаются усиленно. Вот, и да, есть прогресс, конечно, она раньше вообще плохо видела, сейчас лучше стало. А в каком ты классе сейчас? В 10-м. О, уже выпускница, считай, уже взрослая. А потом после школы куда планируешь? Ну, думаю, до бухгалтера. Бухгалтера. Угу. А почему бухгалтера? Понравилась профессия. Да? Угу. А хотела бы жить вот в родной деревне или в городе? В городе. А в каком? Ну, в Калуге. В Калуге хотелось бы, да, жить? А в Москву? Не думала. Слишком, да, такая пугающая, наверное, цель. Большой город. А вот есть какая-нибудь мечта у тебя? Ну, компьютер. Компьютер, да? Угу. А что бы ты с ним делала? Ну, в будущем он мне пригодится для учебы. Для учебы? Угу. Расскажи о маме своей. Мама добрая, заботливая, понимающая. А она где работает? На картошке. А, на картошке, да. Угу. Работы здесь много вообще в вашей деревне? В деревне нет. Вообще нет ничего, У-у-у. Абсолютно. А молодежи много вообще у вас в деревне? Нет. Никого? Все уехали в город. Чего тебе не хватает в деревне, как думаешь, для полного счастья? О чем ты мечтаешь? Сложный вопрос, да? Я сам бы не ответил на него. Да, вообще всего не хватает. Проще ответить, что тут есть, чем... Да, чего нет. Ну да. Угу. Скажи, какие обязанности у тебя по дому? Помогаешь родителям? Ну да, я мою посуду, подметаю дом. Потом летом на огороде все делаю. А готовить умеешь? Да. А что самое любимое, какое блюдо? Да, без разницы, я все приготовлю. Все? Угу. Молодец. Так все готовит прям? Ну, может, драники, может, плов. Борщ, пожалуйста, что хочешь, то приготовит. Ты молодец. Я ей говорил, иди на повара. В принципе, поваром, да, работа такая. Она в советские-то времена считалась не очень-то благодарная. Ну да. Ну, а сейчас, в общем, поваров так хватает. Ну, смотря куда устроиться. Ну, это да, это ж, как говорится, как в какую колью попадешь. Что бы ты пожелала для мамы? Чтобы она была здоровой. Для папы? Тоже, чтобы было много здоровья. Скажи, папа вот болеет чем-то? Да, у него сахарный диабет. Ты ему помогаешь как-то? Угу.
А что именно, чем помогает? Помогает, да? Бывает, да. Бывает, меня трепанет так сильно она. Она, кстати, определяет моментально, молодец. А как она определяет? А по виду видно. По виду? То есть, бывает еще сам не это, она такая подходит, по-моему, тебе плохо, или сахар высокий, говорит, или сахар низкий. Как ты себя чувствуешь? Я так, да что-то, я говорю, непонятно. Потом раз, хоп, испарина пошла, и все, сахар падает. Она быстренько побежала, раз-раз принесла это самое, ну, мерку сахара мне, раз сахар или конфеты там, или еще что-нибудь такое, на, пожуй. То есть, если падает сахар, надо что-то сладкое пожевать, да? Вот, а бывает высокий, так она тоже определяет. Я сижу такой... вялый такой, как полупьяный, короче говоря. Вот она, сахар высокий, я такой, ну да. Она раз мне укол, дж. Молодец, укол сам. И это, и кровь может вот этим вот прибором, ну, прибор, который это самое, кровь, да. Палец проколола, молодец, хлоп-хлоп эту вставила, нажала, раз, проверила, сколько. Молодец. Ну, это здорово. Она выручает, да. А так бы я иной раз, бывает до последнего, что уже все, конец уже. Если бы рядом не было, то, может быть, и все, и дрова были бы. Ну, мы как бы уже были не готовы немножко, поэтому у нас... Понял. Это мамина комната, да? Да. А дом горел, да, я смотрю здесь? А когда пожар был? Не помню. В 2015-м. В 2015-м? Как бы так вот, да. Это сколько тебе лет было тогда? Маленькое было, да? А из-за чего пожар начался? Печка там... Ну, не уследили за печкой. А, печка. А. И здесь вот, значит, это все совмещается, да, я смотрю у вас. Да, вот здесь вот была русская печка, она занимала вот так вот полдома здесь. Ага. Вот, вот из-за нее, кстати, и был пожар. Я когда приехал, сразу у меня такое на нее недоверие было. Я тебя снесу. И вот я не успел, она сначала пакость наделала, а потом я ее снес. Ага. Да. Ну, благо, что обошлось, да, все окей. Ну как обошлось? Здесь вот дыра была, здесь крышу видно было. Ну, то есть я полностью переделал потолок, вот полностью тут это самое. Ага. Добрый. Здравствуйте. Все сегодня дома делаем? Ангелина. Ну да, это мы знаем, Ангелина. Тяжелее пришли, все. Васька, блин. Васька. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Я Оксана. Очень приятно, Оксана. А что у вас готовится-то? Картошку жарю. Муж захотел. Чувствуется, пахнет вкусно. Будете кушать, хотите с нами? Не, спасибо. Расскажите немножечко о своей дочке, Ангелине. Какая она по характеру? Сейчас, как поколение, как это, ну, они... Сами на себе, что, ну, я не хочу этого, я, ну, сами про себя все думают. Ага. Ну, она подросток, конечно. Ну да, подросток, 17 лет уже. А где вы работаете, расскажите? Картошку перебираем. А, картошку, да? Угу. У вас не сгорит картошка? Не. Эй, иди посмотри картошку. А так в деревне у нас тут, ну, нету перспективы такой, тут все, работы нет. Ты не солила? Нет еще. То есть вообще ничего, да, практически? Вообще здесь ничего, да. А если ищешь где-то далеко, это с проживанием или чтобы свой транспорт был. Угу. А так... Скажите, а пенсия есть какая-нибудь у вас? Нет, нету. Вообще ничего, нету. Да? Сказали в больнице, что трудоспособная. А на какие средства вы живете вообще? Ну, как там работаем, то подколымливаем. Угу. И так вот живем. Эдуард, а у вас получается где-то колымить там что-нибудь? Ну... Вот сейчас снег где-то, может быть, кто-то позвонит, вот. А сейчас нет, к сожалению, да, ничего из работы? Да, сейчас пока нету. Весной, когда будет потеплее, ну, что тепло сажать, на сады это с Бунова поедут яблоки там сажать, обрезать. Ну, опять-таки, это все неофициально. Да. Там мужиков туда берут для чего? Таскать мешки. То есть я, ну, 10 мешков пронес, я... Все, я уже это самое скис. Я как, где достаю ее, а где тоже не достаю.
то, ну, перебираю. Сколько вы часов стоите так на ногах? Ну, с 8 утра до когда до 5, когда до 7 вечера мы работаем. Угу. Стоя, да, все? Ну, да. А сколько он платит, получается? Ну, 800 рублей в день. За такую тяжкую работу? Ну. Расскажите, пожалуйста, какой характер у дочки? Получила это. Ну, кем вы ее видите в будущем? Ой, я не знаю. Но она больше всего готовить любит. Просто помогает готовить все. Поваром? Ну да, поваром. Но поваром она чуть выше меня ростом. Да я хочу, чтобы она на бухгалтера пошла учиться. Угу. Она еще думает тоже, куда пойти. Как часто вы работаете, уезжаете на работу? Так каждый, ну, как воскресенье выходной, бывает воскресенье вызывает. А сейчас, что просто покупателей нету, и дома сидим неделю. Так всю неделю работаете? Да, так всю неделю работаю, только воскресенье выходной. И то бывает иногда, если заказ есть, там лучше, тогда вызывает воскресенье. То есть никаких выплат там у вас социальных, ничего нет, ни пособий, ни пенсии, да, ничего нету, такого? Нету. Мечта есть какая-нибудь? Ой, я не знаю, ну, чтобы выучилась на кого-то, чтобы в центре там жила. Чтобы хорошая работа была у нее, не в деревне, что тут остались старики и уже вымирают, тут на никого и молодежи так нету. Даже дочке 17 лет, ей не с кем выйти погулять. Подушка есть у нее, она на год младше ее, и то как выйдут, чуть-чуть пройдутся и домой, потому что не с кем гулять. Угу. Помните свой самый счастливый день в жизни? Нет. Мама, я раз помню, я утром встала, она подошла до меня, поцеловала, что... Сказала, я в магазин. Сейчас его было, потом ее не стало. В этот же день? Ну, может, на следующий день. Ну да, да, считай, что в этот же день. Что случилось? Ну, мы поехали с родителями там по делам и в аварию попали. Она насмерть на следующий день, разбилась, а на следующий день умерла. А я 2 месяца без памяти проходила. У меня сотрясение, ушиб был. Там, в общем, много. И 2 месяца без памяти. И все. А отец? Ну, отец выжил, но он потом умер, почки у него был. Сколько лет назад это произошло? Ну, мама в 3-м году умерла, а папа в 13-м. Скажите, на семью сколько у вас получается заработать? На какую сумму вы живете вот, в месяц? На какую? Ну, где-то 1010, наверное. Да, где-то так. На 10 000? Да. А какие продукты вы в основном покупаете на эти деньги? Ну, хлеб, колбасу, масло подсолнечное, сахар, там крупы покупаем. То есть инвалидность вам не... Нет, как? не дает. Сказали, трудоспособная. А на работу, чтобы куда-то маленького роста не подходишь. А инвалидность не дает. То есть у нее мечта на выпускном красиво выглядеть, да? Ну, конечно, да. Только сейчас прическа, что у нас волосы длинные. Вот, она там насчет того, что она вспыльчивая, как ты говоришь, это неправда. Да, да, вот, это с тобой она нормально. Если ты ее начинаешь доставать, то она, естественно, вспыльчивая. Понятно. Ты же сама пылишь, нервничаешь. Да. Ты же говоришь, ты с папой, говорит, больше общаешься, говоришь, чем со мной. Да. Вот. То есть у нас отношений больше, чем вот я как бы, Ну, ревнует, все правильно. Не родной, но у нас больше это, да. Но все равно, это здорово, что у вас хорошие отношения. Да, вот у меня уже так. Это редко, знаете, бывает, когда с отчимом вот хорошие отношения, а у вас, наоборот, это очень хорошо. Вот. Расскажите немножечко вот о друг друге. Можете рассказать, как вы познакомились, как чувства возникли друг к другу? Познакомились по интернету мы. Где-то, вернее, на одноклассниках. В одноклассниках. А там какой-то брифинг был, что-то обсуждали, обсуждение какой-то темы. Не знаю, я написала. Вот. И начали общаться. Начали общаться, да. А как встретились, какие эмоции были? Когда вживую увиделись. Ангелина такая, она. Я тебе говорит, хочешь, говорит, папу? Да, говорит, хочу. Потом такое время проходит, какое-то небольшое. Да, мы в школу приезжаем, она говорит, я тебе папку привезла, вот и глаза такие она. Да. Да, вы так сказали, Ангелина. Да, говорю, что папа привезла. Там говорю, дядя, говорю, он твой папа, с которым я общалась. Будет, если хочешь, будет. Да. Если хочешь. Она увидела, так сразу стеснялась, она радостная была. Но сейчас ходит, там у меня, подружка есть, там что у нее тоже папы нету. Она вот тебе говорит, хорошо, тебя мамка нашла папу, а моя не хочет находить. Вот. Она радостная ходит, что у нее папа. Ну, она правда с ним как с родным ходит. Ему все секреты, все рассказывают. Мне ничего. Не делится. Чувствуется родственную душу. Да. Чем он вас зацепил?
Скажите. Не знаю. Что вам больше всего нравится в характере Эдуарда? Ну, он все так все правильно рассказывает. Ну, советы так вот, что он как на повара-кондитера учился, я больше всего по кулинарии, ну, как что там готовить, как что приготовить, расспрашивает. Ой, все это ужас. Не соскучишься. Я думала, с ума сойду. Он то щипнет, то повзывается, то, в общем, весело было. А Эдуард, а у вас чем вам понравилось? Ну, на самом деле у нас, у меня получилось как, у меня давно была мечта, чтобы у меня была дочка. Вот, а когда я с Оксанкой познакомился на этом, на сайте, вот, она мне, я задал ей вопрос, я говорю, у тебя дети есть? Она говорит, да. Я говорю, а кто у тебя? Она говорит, дочка. Я говорю, наверное, это судьба. Ну, а Оксанка что, она добрая? Отзывчивая. Она даже вот, кто-то на нее, я говорю, я сейчас пойду, блин, я, кто-то на нее там это, да ладно, блин, угомонись, отходчивая. Friends, I will definitely come back and fulfill the dream of Angelina. Thank you for watching us. Please subscribe to our channel, subscribe to my Instagram, and thank you so much, guys, for your support. This is very important for us. Be safe, guys, and see you in the next video.